Улица Сокольничья позже поменяет свое название и превратится вначале в Шкабаловскую, а затем в Ленинскую. Но наш сегодняшний разговор не о том, что будет завтра и послезавтра, а о самом начале 20 века. Возвращаемся на 100 с лишним лет назад и смотрим глаза в глаза улице с красивым названием Сокольничья. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».